хозяйственные постройки и площадки для тренировок Шепелевского конного клуба находятся прямо на берегу Шепелевской бухты. И все время с его территории открываются замечательные виды на эту бухту. Шепелевский конный клуб. Для внучки Марины второй дом. Нравятся ей запахи конюшни и сеновала. Вот сеновал. И в понимании людьми хотят. Притча о слоне и о слепцах. Не жду я перелом. По внучке видео клипы с пониманием, что любовь, в общем, дар прекрасное увидеть. Записываю снова для моего YouTube-канала.